последнее приготовление к концерту. Дмитрий Руссу, дирижер Санкт-Петербурга, настраивает целый симфонический оркестр как единый музыкальный инструмент. С молодым московским пианистом Андреем Рудниным они познакомились всего несколько минут назад, но уже завтра им предстоит выступить на одной сцене. В зале Красноярской филармонии эти артисты встречаются впервые. Им еще нужно многое сделать за оставшееся до концерта время. Сначала дирижер Дмитрий Руссу репетирует отдельно с симфоническим оркестром. Дмитрий по меркам мира искусства очень молодой дирижер. Ему всего 34 года, но он уже руководит академическим симфоническим оркестром в Ульяновске. Он делится, задача эта непростая, ведь большинство музыкантов ему в родители годятся. Но с красноярским коллективом он хотел поработать уже давно. Когда ехал сюда, я уже знал, что я встречусь с одним из лучших оркестров в России. У нас их не так много вообще, оркестров в стране. Вот, поэтому мои ожидания оправдались, и я надеюсь, что завтра оправдаются ожидания публики, которая придет. На это же надеется и молодой московский пианист Андрей Гугнин. К выступлению он готовится вместе с роялем. Пока музыкант разминает пальцы, инструменту придают концертный вид. Именно в Красноярске артист впервые исполнит концерт номер 3 для фортепиано с оркестром Прокофьева. Рассказывает, давно мечтал исполнить это произведение, только сейчас для него созрел. Для меня это произведение как концерт, такой восторг. Музыка ведет непрерывно какой-то бесконечной радости со всеми какими-то оттенками богатыми. И там это не только, знаете, такая глупая какая-то радость, это она полна какой-то и потаенной грусти, и каких-то переживаний. И действительно, все переживания налицо. Андрей буквально проживает каждую ноту, а вместе с ним и Красноярский симфонический оркестр. Услышать и увидеть все это вживую можно будет уже завтра вечером, но это не последний концерт в рамках проекта «Звезды 21 века». Уже в феврале для красноярской публики выступит виолончелист Сергей Антонов. Руководить оркестром будет аргентинский дирижер. Алина Штокова, Денис Тимошенко. Новости.